Нина Саконская. Разговор о маме. От чистого сердца простыми словами давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее как хорошего друга за то, что у нас с нею все сообща, за то, что когда нам приходится туго, мы можем всплакнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порою становится строже в морщинках глаза. Но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. За то, что всегда без утайки и прямо, мы можем доверить ей сердце свое. И просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим ее.